11 января церковь установила память убиенных 14 тысяч младенцев вифлеемских, которые были убиты за имя Господа нашего Иисуса Христа. И так повелось, что в этот день молятся за людей, которые сделали аборт, которые сделали этот страшный грех. И у нас в Одесской епархии существует отдел, который борется с этим грехом. Помогает мамам обойти этот выбор зла, помогает пережить это, помогает разобраться в сложных ситуациях семейных, помогает финансово, помогает всем, чем только можно, чтобы человек не пошел на этот грех. И этот отдел существует очень тихо, спокойно, но мы не дадим им так существовать, и мы хотим, чтобы команда «Добро объединяет» увеличивалась, и чтобы об этих героях узнали многие, чтобы кто захотел стать участником этой команды, сделал это, кто стал на путь греха, такого как аборт, увидел нас, услышал, не побоялся, позвонил по этому номеру телефона, обратился, и я уверен, что наши специалисты, наши добрые люди помогут избегнуть этого страшного греха. Итак, знакомьтесь с командой, которая называется «Отдел по делам семьи». Я протоиерей Андрей Коробчук. С 2005 года по сегодняшний день являюсь руководителем сначала Центра «Жизнь», и потом епархиального отдела по делам семьи. Наша деятельность вращается вокруг популяризации идеи семьи, многодетности, препятствия абортам, просвещения детей, юношества, молодежи в вопросах семьи, добрачных отношений. Мы поддерживаем и защищаем детей еще до их рождения. Всеми своими силами стараемся, чтобы они пришли в этот мир. Поддерживаем родителей, мамочек, одиноких, если у них проблемы какие-то со здоровьем, с финансами. И сопровождаем их до родов и после. В нашем отделе работает до 30 ситуативных волонтеров, которые смогли за все годы существования отдела спасти около 2000 детей. Здравствуйте, меня зовут Елена, я волонтер. Мы помогаем беременным в кризисной ситуации очень нужными им вещами. Кроватками, колясками, памперсами, деньгами на роды, в зависимости от ситуации, разными другими штуками. Меня зовут Ксения Мазуренко, я психолог-консультант отдела по делам семьи. Помогаю людям, которые попали в сложные кризисные ситуации. Помогаю тем, у кого проблемы в семье разного рода, то есть проблемы в отношениях, проблемы с подростками. Также веду свои авторские курсы по семейным отношениям, по отношениям с детьми. Клуб подростков при отделе семьи существует, по субботам мы собираемся. И также в проекте у нас клуб знакомств, мамкины посиделки и помощь родителям, дети которых находятся на домашнем обучении. Меня зовут Ирина, я являюсь интернет-консультантом в отделе по делам семьи. Оказываю онлайн-консультацию женщин в сложной жизненной ситуации. То есть как бы работаю с женщиной, которая стоит перед выбором рожать или делать аборт. Меня зовут Инна, я являюсь руководителем просветительского направления в отделе по делам семьи. Деятельность моя заключается в том, что я езжу с лекциями, с выставками по школам и вузам, просвещаю молодежь, а также обучаю волонтеров, которые могут в дальнейшем тоже этим заниматься. И на территории отдела по делам семьи провожу занятия для детей разных возрастов. Это и как общие развивающие занятия, так и логопедические и другие виды помощи, необходимые сегодня детям и их. Как вы поняли, дорогие братья и сестры, в нашей епархии существует такой спецпедрозил, который спасает человеческие жизни, который помогает в сложностях финансово, морально, духовно, настраивает все, поддерживает, отговаривает от содеянного зла, помогает поверить в то, что он не один. За этим стоят тысячи судеб, тысячи спасенных жизней. И мы об этом, кстати, толком и не знали. Ведется тихая, спокойная такая жизнь, которую должны все знать. Мы должны поделиться этим видео, мы должны понять, что это очень важно. Наша страна потеряла за 30 лет более 40 миллионов жизней через абортирование. И сейчас у нас очень много финансовых, социальных проблем. И семьи разваливаются, детей бьют, жены избивают, беременных не поддерживают. И вот такие скромные люди потихонечку помогают. Но команда «Добро объединяет» должна увеличиваться, она должна сиять своими добрыми поступками, спасенными жизнями. И мы верим в вас,
Мы верим в то, что вы поделитесь этим видео. Кто хочет стать участником этой прекрасной команды, которая будет помогать этим милым женщинам и нашему дорогому отцу Андрею, звоните по этому номеру телефону. Становитесь волонтерами. У кого есть проблемы семейные, кто видит, кто слышит, кто понимает, что есть какие-то рядом проблемы, звоните по этому номеру телефона, обращайтесь. Наши девочки помогут, насколько это получится. И знаете, друзья, это начало их истории, потому что мы как-то об этом не говорили. И надеемся, что их истории в будущем взворушат сердца многих людей и заставят задуматься, что жизнь – это самое главное. Это дар Божий. Мы не прощаемся, будем трудиться, показывать. А вы делитесь видео, потому что это очень важно.